Пять международных правозащитных организаций призвали власти Таджикистана освободить задержанного журналиста Хуршеда Фазилова. Соответствующим совместным заявлением выступили Норвежский Хельсинский комитет, Международное партнерство по правам человека, защитники гражданских прав, Хельсинский фонд по правам человека и Международный фонд защиты правозащитников. Они назвали уголовные дела против журналистов частью кампании по подавлению инакомыслия в Таджикистане. В заявлении говорится, что власти в Таджикистане не соблюдают свои обязательства в области свободы слова и рассматривает дела журналистов за закрытыми дверями, скрывая факты от общественности. Авторы заявления считают, что дело Хуршеда Фазилова шито белыми нитками, и заявили, что никаких доказательств его вины не было озвучено, поэтому содержание его под стражей противоречит закону. Напомним, что журналист Хуршед Фазилов, который готовил репортажи для местных СМИ из Пинджикента Сагдийской области, был задержан 6 марта сотрудниками органов безопасности. Его родные сообщили, что ему предъявлено обвинение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана с использованием СМИ или сети интернет, и он содержится в изоляторе временного содержания в Худжанде. При этом они не приемлют эти обвинения.